Кажется, я в автобусе. Но тут никого нет. Наверное, я проспал свою остановку. Даже водитель ушел. Блин, пипец. Ой. Ну, я думаю, никто не обидится. Да и автобус работать не перестанет. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Смяуб. И сегодня мы продолжаем играть в игру Teardown. В общем, есть интересная карта под названием Свалка или... Вот, ну, видите, Bob's Junkyard Yard. Наверное, правильно, может, неправильно. Вот, такая вот свалка машин. Приехал я сюда, не знаю откуда, из какого-то города странного. Вот, проспал свою остановку. Ну, конечно же, и такого не было, но и ладно. В общем, сейчас мы направляемся на эту парковку. Ой, свалку. Вот тут парковка, наверное, там свалка. Не знаю, так. У меня есть какие-то идеи. Секундочку. Там, видите, есть канистра. И, как вы знаете, канистры имеют свойство взрываться. Особенно, если они с бензином. Как раз-таки это с бензином. Будет довольно прикольно. Ну, взрыв какой-то слабоватый. Ну, в принципе, машинам все равно ничего не было. Это машина, которая сносит машины. Ну, нормально, идем так-то. Офигеть. Я думаю, тут не нужно лишних слов. Я хочу забраться и подпрыгнуть очень высоко. Ой. Было больновато, но не страшно. Не страшно, конечно. Итак, вы видите, это Шреддер 2000, между прочим. Я не знаю. Очень классный. Это точно знаю. И сейчас мы разгонимся хорошенько. Надеюсь. Опа. Смотрите. Да. О. Так, лучше большие машины сюда не сувать, потому что они не смогут улететь нормально. А вот маленькие можно. Смотрите, тут вообще подвеска что-то странная какая-то. Сейчас полетят запчасти. Ну, слабовато как-то. Так, ну ладно, она улетела. Опа. Баллон. Все равно эта машина никому не нужна. Сейчас я ее возьму и взорву. Подъехал к баллону, и теперь можно взорвать. Делать дистанционно. Вот. Ой. Ё-моё, пипец, она легкая. И лучше убегать быстрее. Мне все равно достала эта волна. Офигеть. У тебя после такого машина не поедет. И вон там тоже есть много всяких интересных структур. Так. Угу. Вот какие-то машины, тут корпусы только. Интересно, они ездят? Нет, у них нет колес. Или да. А нет, не ездят. Так, ну вот. Ну прикольные такие корпуса от машин. Как будто просто корпус и все. Угу. А тут у нас интересная тоже штучка. Что меня так пугать, я не понимаю. Пипец. Это что, ракета? Я сначала подумал, это ракета какая-то. Так, ладно. Ой. Ладно, допустим. Вот это будет интересная штука. Так. Я могу это поднять как-нибудь? Нет, походу. Ну ладно. Тогда вот только так.
Ладно, я сейчас попробую еще кое-что. Ребят, собрал я канистрочки, то есть их тут три штуки. Три канистрочки тоже, конечно же, неплохо. Три канистрочки. И сейчас я пробую не этими канистрочками, а вот этой, которую я перевернул. Подкатить ее к вот этой штуке и уронить. Так, и получается лучше отойти будет. Готовы? Дети, вы готовы? Пипец. Я так и думал. И сейчас вторую подкачу. Офигеть. Не получилось. Ладно, сейчас. Сделаем супер секретную дырочку. И уйдем. Ой, там машина сверху. Так, я хочу на машину. О, какая-то машинка. Интересно, интересно. Секундочку, хочу кое-что поделать. Сейчас будет жесть. Блин, я думал, машина прочная будет. А это выжило. Ой, 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 ай, а где это я уже? Что? А я походу, а где это я? Где там? Конечно, замок хороший. Мне интересно, где я? Так, интересно, интересно. Так, ладно. В общем, походу я куда-то приплыл. Интересно только куда. Ну тут деревня, да. Деревня. Посмотрим напоследок, как сгорает домик. Ну и на этом все, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Надеюсь, вам было интересно посмотреть опять ту игру. Потому что вышло обновление. Тут добавили всякие моды. Теперь можно скачивать, да? И это довольно прикольно. То есть, наверное, будут видео теперь по этой игре выходить. Но как вам следующее видео по фазмофобии? Кто не знает, что это за игра, это игра, в которой нужно искать вид призрака и выживать от призрака. То есть бегать от него, он будет тебя пугать, там все такое. Ну, в общем, ролплей. Такой. Вот. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.